Добро пожаловать на доброхождение. Прохождение, которое началось 4 года назад, или даже 5. Какой сегодня год, я не помню, конечно же. Поэтому точно не знаю. В сущности, надо пройти 4-й эпизод, который я не прошел. The Flash Consume. И, честно говоря, я прошел этот DLC, потому что мне было лениво. То есть я никогда не проходил этот DLC. Точнее, аддон, как его зовут. Хотя это, в сущности, можно назвать дополнительным контентом. Ой. Конечно, все плохо. Давайте переиграем. В сущности, почему, как делали раньше аддоны для точно не RPG игр? Если это шутер, оп, у нас есть удаленные уровни, недоделанные там, которые мы не успели доделать, мы их доделаем, выпускаем, все. То есть ничего нового в сущности не будет. Сейчас надо вот забрать, сменить. Ну. Первые два уровня, честно, меня повергли в шок. Они ужасны. В плане геймдизайна. Они ужасны. То есть тебе баронов ада накидывают, когда у тебя всего три пушки. Да, а на следующих там уровнях там вообще есть просто такой. Прям сидишь и отдыхаешь. Ну. И где? Вон я вижу, видите, тень там есть. Рядом за броней. Отлично. Да, так я опять забыл. Just one second. Все забываю вот об этом. Я его случайно нашел. Но он самый полезный, что здесь есть, потому что из ниоткуда здесь может появиться, точнее, появляется барон гребаный ада. Я не знаю, почему он появляется, но он появляется. На первом уровне, нормально. Когда у тебя в сущности в руках этот дробовик, да? Я не знаю. И пистолет без патронов. Он внизу. Пинки ходит, невидимый. Потому что никогда. Никогда, мать твою, в начале игры не делали барона фада. То есть, почему? Потому что первый эпизод всегда начинается безоружным. Я знаю, что меня сзади обстреливают. Говоришь, что он там зареспался. Может зареспаться вот тут. Почему-то. Может зареспаться вот здесь где-то. Может зареспаться в середине комнаты. И прийти сюда. То есть мне повезло, что он пришел вот сюда. И я его с легкостью ракетами закидал. Закидал. Можешь мне сказать, закидал ракетами, когда ты их в сущности не кидаешь, запускал? Нет, думаю, нет. I'm stupid, yes. Ну да, 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 конечно, в самом нужном месте. В самом нужном месте. Благо здесь дается ровно сколько нужно. Да, и так как это сделано издание для BFG Edition, то тут, конечно же, не могут, в отличие от того, как они выпустили Final Doom, а Final Doom это модификация, как они выпустили теперь в Steam Level Doom, которая тоже является модификацией. Чтобы заработать бабла. Они не могли украсть ват Doom, который этому добавляет. Ну, прыжки, ладно, я не... Я понимаю, если скажут читер, типа, вот, все такое. Но! Почему не добавить прицеливание? Свободное прицеливание, при этом. Потому что, когда враги внизу, это просто дикость начинается. Хватит там респаса, пожалуйста. Пожалуйста.
Мне все равно придется пробежать. Нет. Да, точно, я забыл про вас. Здесь дают, конечно же, пулемет с 20 патронами. Очень полезно. Я немножко уже приспособился к этому управлению, но уже оказуалился, да. Оказуалился. Тут я тоже случайно нашел, помню. Самолично нашел. Я никуда не заглядывал. Это не Хексон, чтобы искать кнопку в стоге сена. Слышу вас. Ну, конечно, я промазал. Конечно, вы здесь возрождаетесь. Идите к черту. У меня есть в сущности вот эта штука, которую я использую наверняка сейчас. Может, почему бы и нет? Звук из Вульфенштейна. Слышу я. Сбегаем. В сущности, они могут и зареспаться, они могут не зареспаться. В этом вся проблема первого уровня. Они всегда могут, а могут и нет. Вот, например, столько пинки у меня не было. Что? Блядь, ты чё, хуел, что ли? Ну, короче, выживаем как можем, да? Of course! Видите, да, вот сохранение здесь. Я так и не понял, как к этим добраться. Я честно пытался очень сильно, но... Они бы мне облегчили жизнь, но... Да. Почему появилось теперь столько пинки? Их не было столько. У меня даже один раз никто не появился. Вообще никто. И поэтому я прошел, в сущности, этот уровень, да. Первые 2-3 уровня — это ужас геймдизайна. Нельзя так делать. Вот сейчас самый будет просто убогий уровень. Второй уровень, запомните, это второй уровень будет. Да. То есть... Пошел ты к черту, нет. Сука. Так. В сущности, я покажу, в чем проблема. Это просто. Это видно, что этот уровень просто делал кто-то, ну, кто не хотел делать свою работу. По-моему, Джон Ромеро. Джон Ромеро еще тогда не был таким ленивым скотиной. В сущности, оно неплохое к концу. Когда уровень начинает напоминать Doom. А сейчас это будет. Да. Я впервые на этих двух уровнях в Думе экономил патроны. Экономил патроны. Именно вот на этом уровне. И на первом. И спросите, а почему на первом? Вроде бы у тебя оставалось 30 патронов, да? Вы скажете, ну ты был косой. А я скажу, нихуяшеньки. Просто мне не попадали вот эти вот, чё, зомбаны с дробовиком. Просто вот не выпадали. Они не респались. Респались импы, респались пинки. Респался сраный баронада. И всё. Делай, что хочешь. Конечно же, я упал. Можно не упасть, я забыл про вас. Там вообще есть как бы хилка еще в одном месте. Я пока ее не возьму. Ну, точнее, супер хилка. Так лучше думаю. Так, я забыл кое-чем. Оп. Вниз. Почему он вон вышел теперь, я не понимаю. Серьезно. А, точно, я забежал вниз. Точно, он вышел. Сука. Пожалуйста. 6 ракет. Нет!
Твою мать. Я пытаюсь. Потому что здесь прям жестко все. Вот, все хорошо. Так, я... так, патронов у меня все. Почему это 50, потом 100 станет? Я не понимаю, вот это вот тупость. То есть в следующем уровне уже будет 100 патрон можно носить будет. Почему? Похуй. Может, я, конечно, забыл о том, каких-то там ранцах, которые, может, дают боеприпасы там, да? Я их не помню. Честно говоря, не помню. Демон уже злится, я смотрю. Так. И сейчас ныряем. Ныряем, ныряем. Да ныряем, я сказал. Ну, ждем. Ну давай, давай. Оп! Оп. Где моя двустволка? Которая мне здесь нужна. Один. Их три! Их три, да, вы не представляете. После одного вы должны еще троих уничтожить. Что у вас? Ракетин всего 11 патронов, которые могут даже не влететь в него. Вот, вот. Я говорю, вот здесь тропы есть такие. То попадает, то не попадает. Поэтому я как бы хотел сейвить патроны, но что-то не получилось. Я надеюсь, конечно, вот так пробегаем. Ждем, пока он выстрелит. Мне кажется, я могу его уже. Или не могу. Так, вот тут надо нажать. Я тоже случайно открыл, но... Первый раз. Потом не понял, почему у меня вот на той платформе, где нужен оранжевый ключ, не появилось место нужного мне. Я такой, типа, чё? Сейчас. Сейчас нам понадобится. Эть! Мужик, тварь. С вокзала. Все. Он, видите, он выкатился. Он не должен выкатываться. Он выкатился. Ну еще ты стреляет. Я знаю, что там кибердемон, как бы. Да, вот кибердемон во втором уровне. Че, не хотите? Да. Тут просто потому что кибердемон. Тут очень кривое место, ты не можешь спрыгнуть, как в сущности работает движок. Если стоит враг под тобой, ты не сможешь спрыгнуть. Есть беда маленькая такая. Сука, нет, я не вижу ни хрена, не могу выйти. Не понимаю, жив, сдох, не жив. Сдох, не жив, да. Логика. Сдох, не жив. Лазер у меня сейчас всего лишь 300, может быть. Так что тратим немножко. Немножко тратим. Вообще надо еще ставить на черепков. Да, вот когда знаешь, как-то не очень интересно, да, то есть такие вот. Но зато и подстав нет. Его нужно сделать подставу, если ты уже знаешь подставу. Я знаю, что его пилой можно, но... Может подойти хорошие друзья, а хорошие друзья это больные жопы. А
Там еще один пинки должен быть. Да что ж я такой кривой-то, а? Еще один пинки. Пинки! Так понимаю, твой брейн в думе, да? Брейн. Брейн. Так. Нет! Еще один брейн! Точнее, пинки. Пинки брейн. Так. Есть. I did it, man. Так. Я не сохранялся. Значит. Я могу вообще сохраняться, где хочу. Сдохну тебя. Только чтобы ты потерял патроны, если честно. Как вот побеждать кибердемона на втором уровне? То есть, вот что я говорю, когда я говорил дома в старой игре. Если это не РПГ, то вот это вот так вот делал, не отъебись. Еще одна проблема того, что здесь не прикрутили ват. Вот приколюшки. Нельзя смотреть вниз. С спокойностью можно упасть. А если враги внизу стоят? Так, подожди, я там не прав. Нет, не так. Мне не кажется. Я не понимаю. Петя, это нюанс. Ладно, мне надо. Я в сущности не понимаю, как туда залезть. Получить синюю броню, но все снести. Я знаю, как получить БВГ. Вот так. Но все снести, я не знаю, как туда попасть. Конечно, есть предположение, что вот на этот синий надо как-то попасть. Но предположение мое не видно. Поэтому нахер идем. Простите за мат. Если ваши уши не привыкли, как вы живете в России, я не знаю. Пусть. О, да нет, ну стоп, я потратил где-то час. А другой час я прошел всю игру. Точнее, весь этот эпизод. Это, да... Вот тут очень интересно есть. Вот, сейчас. Ой. Что? У меня же берсерк. Что? Что игра? Еще раз. У меня нет патронов. Просто идеально. Так, сейф. Еще раз, прыжок. Invisible. Берсерк. Где берсерк?
Я не понял. Где мой гребаный берсерк? Вся. Вот это берсерк. Вот это не берсерк. Херово, какой-то берсерк. Ладно. Так, сваливаем. Сваливайте. А, я забыл уже, где они все являются. Сидят здесь. Нет, спрыгнем нахуй. Оп. Ты сдохни ты. Не, я круче, как это добежал вот до той стойки. Что-то открыл, не знаю, что открыл, правда, но... Вон там, кстати, сидят люди. Твари. Не, не твари! Они люди, они не люди, они твари. Черт, я опять забыл, что здесь есть неуязвимость. Кто тупой, я тупой, кто тупой, я тупой. А почему? А потому что я тупой. Оу-ей. Она туда быстрее бежит. Потому что здесь, если ты не убежишь, очень сложно убить. Потому что ничего не видно, ничего внизу не видно. Можно попустить. Много благодарен. Серьезно? Так, налегке можно забыть синий ключ. Это очень нужное. Прям очень нужное. Так, туда надо выйти. Там надо как раз. Еще одна попытка. Уже как и демон взлетел. Вот честно, он у меня взлетел очень интересно. То есть я подхожу, он взлетает, я что-то опоздался немножко. Хотя это лори. Я как бы готов это назвать лучшим хоррором, чем третья часть. Потому что мне было страшно. Вызабыл. We'll be right back.
Это потом. Начнем. Сгоним вот сюда. Значит. Подходим. Нет, что ж ты такое, а? Почему я не могу продобрать добавить? Ну. Hello. Goodbye. Welcome to the hell, motherfucker. Здесь как и демон. Даже два. Даже имп. Ой, пинки. Почему я их путаю? Не знаю. А, ты убил своего идиота. Он не твой. Но ты идиот. Опустишь. Могу застревать в этом. А. Можешь поднять. Есть подстава маленькая, так скажем. Основной телепорт. Он вот... Я не понял, что вот это делать, но, конечно. Ну, ладно. Точнее, он не подставной, но тот, как отсюда выбраться. А в случае подставной, он же мне ничего не дает, да? Значит, подставная. И вообще этот он очень сильно похож на то, что типа вот здесь должен был стоять секретик, но здесь стоит как бы вещь, которая нужна тебе по прохождению. То есть ты должен найти вот эту дверьку, чтобы выйти. Потому что ты должен. Ты красный ключ. Теперь можно не спускаться. И еще пакетик. Идем. Вот тут вот со мной, например, и тут очень плохо работает, на такой высоте может сработать. Так что лучше не падать. Так что лучше не падать, потому что где-то без отдельного, заново. Нет! Вс.
Все. End the end. Секрету 8. Я запомнил свои ошибки. Ну, зачем? А, да, точно, ты вырез 50, как ты. Сейчас его брата убил, жаль. Хотел тебя назвать Каин. А у тебя я никак не хотел назвать. Здесь вроде ничего нет. Забыл, как выглядеть. И нихера не вижу. Тоже. А, точно. Давай, 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 пока не закончилось. Так, назад. Ну да, вот есть, никаких баронов. Да, тут... Никаких баронов. Третий уровень, третий, четвертый уровень, нормально, да? А вот на втором, вот это, пожалуйста, 4, 5, 5, 6, кибердион, да ебись, пятер. Кто, мать твой, дизайнер уровень, алё? Точнее, кто его поставил первым? Это не потому, что там у меня там оружие появилось, да, какое-то интересное. Нет, ничего не такого. Я пользуюсь дробовиком до сих пор. Я, кстати, вот эта кнопка не работала 300 лет. А, было такое. Что мне
есть какой-то. Ну попади ты, пожалуйста. Вот видите, о чем я говорю? Иногда. Вот, убейте его. Его тоже убей, их тоже убей, всех убей. Так как голос его говорит, убей их всех. А, нет. Тут тоже нет. Я не помню, куда это телепортирует. Вспомнил? Больно? А, нет, или не больно. Rocket Launch. Там, кстати, башка. Нам. Привет. Давно не виделись. Там, кажись, Пинки тоже бегает. Проще. Чувствую, что на записи лучше игра. Или не знаю, потому что я привык уже. Тоже есть такое. Ну да, конечно. Вот, и вот здесь пройти это спасибо. А вот где-нибудь, где нужно, не такой. Нет, нет. Так. Оп. Подыма меня скорей. Я что, Мари? Включилась она. У меня нет доллара. No. You shit it on my ass. Больше меня пугают вот эти. Так. Ну, конечно, тоже больно, но не там столько, знаете. Малость неприятно, конечно, но терпимо, терпимо. Терпимо, я бы сказал. Там костюмчик. Помню, что там. Можно проверить. Нет? Шаурма. Не шаурма. Шаурма, 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 мамочка моя. Ты не моя. Ты предала меня, тварь. Оп. Привет.
черт, я патроны что ли пропустил? Подожди. Или нет? Я подумал, что да. Привет. Нет! Ну шо ж ты предаёшь-то мне? Ну там что-то есть вроде. Но я не помню. Но это не точно. Не помню, там что-то есть? Есть, конечно, ты, но ты мне не нужен. Который мне показался и немножко идиотским из-за финала и того, что... И немножко из-за того, что как входишь в телепорт, он меняет направление. Да. Запороться, как тогда.
Например, здесь вроде как раз и есть красный ключ. Здесь память не обманывает. Здесь есть еще кое-кто хороший. Вот, например, он. Я просто случайно зашел с другой стороны в портал и оказался в другой стороне. Я немножко охренел, конечно. Чё, кто, что? Здесь нужно раннер. Что? One second, я... Чё я не сделал? Интересненько. Чё же я не сделал? Ох ты, говно! What? Чё я не сделал? Забыл. Тяжело вспомнить, что я забыл. Я не помню, что я забыл. Смотри, сюда пошел, знаешь, туда. Ну, нормально, нормально. Привет. Очень плохо. Ну что я здесь не сделал? Что? Почему ключ остался на месте? Чё-то как-то, не знаю, я здесь не был.
Не помню, сколько здесь хорошо. Не очень. Не очень хорошо здесь. А, я... Шимбль. Ладно. Идем теперь. Быстрее. Окей. Да, там хороший чувак находится. Что ты, падла? Вот я не могу посмотреть наверх, я не знаю, куда идти. Ну и где он? Унижение, блин, тебе. Кукарача, кукарача, иди-ка, ты-ты-ты-ты. Иди-ка ты нафиг, иди нафиг. Но не сейчас. Вот это еще одна проблема этой уровня. Его могут заставить убивать. Я, конечно, попытаюсь. Ой, пошел ты. Что? Я его вообще вот там забивал. Я честно говоря, я его вот там забивал. Я подумал, что я с Берсик... То есть там Берсик рядом с ним валяется. Я думал, что его можно забить, но нет. Я попытаюсь, может, издалека, может, легче, но, кажется, нет. Ты уже выйдешь немножко? Посмотрите, ну что? Что это? Тупо нет. Ну чё я сделал, игра? Чёрту да, 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 иди к чёрту, тварь. Как? What? Есть красные? Алло? Красные карты есть? А, тут же есть такая крутая штука, да. А, да, надо сначала снять там. Где ты здесь?
Ну, ну. Давай быстро, быстро. Ну, конечно, да, конечно. Он откинуть меня никуда не мог, тварь. А представьте, я вот это без этого делал. Я не знал, что можно взять эту штуку. Я забыл о ней. Я вертел как мог. Я это сделал. Твою мать. Давай еще, ты еще, на еще. О. Что такое? Куда он ушел, ушел? Нет, да что ж такое, я так его. Почему? Руки и жопы растут. Вам конь ответил мне и понял, что нужно доставать, но было больно. Окей. Здесь твой старый дух. Ой, да ладно. Могу и так. Хочешь на. Пытка, пытка. Иногда он убивает, а иногда нет. Ты хрен поймешь. Прицеливание.
Вот. Найс. Эти сущности надо секреты искать, что точно. Пой мне такого не было. Не понял. Не туда. Thank you.
минут. Здрасте. Здрасте, я косой. Двойной косой, третий косой, четвертый косой. Чё за ботва? Я же сохранялся. А где это здесь? А, это мой сейф, все. Все, я затупил. Точно. Точно, я же проходил. Я не помню, куда мне.
Ну, вроде он один и тот же, да, если я не путаю. Нет, не один и тот же. Потрясающая нужность. Ровно когда нужно поставлен, да, никто ничего. Все работают, да. Да. Нет. Мы валяем. Зачем валяем? Не знаем, но просто валяем. Почему бы нет? Что расстановка предмета? Он уже готов, блядь, 90 здесь, нам всем похуй на игры. Какой расстановка предметов? Кто играет, кроме детей? Дети ничего не заметят. Дети ничего не заметят. Возможно. Надо идти. Найдите нас взять. Есть такая возможность. Мость! Они не могут они же могут перемещаться, я помню. Я видел, как это делал, как и демон. А, то есть пока я не ушел. Это лучше, чем в КС, где застреваешь в телепорте. Привет. Я думал, зайдет Пинки. Чего не заходишь-то, друг? Тут в сущности у нас компас как и демон сейчас будет. Компас как. Можно, конечно, побыстрее. Но и так быстро. В общем. Внизу, вроде, что-то может быть, нам не пофиг. А, это финальный уровень. Фу, изи. Просто изи. Может, я попаду в него? Прям изи же. То есть, в финале первого дума тебе надо именно бегать по локации, чтобы выжить. А здесь все, что тебе нужно, это бегать по кругу. Да, и не, даже не молиться. Чтобы этот круг помог. Лучше молиться, чтобы это наведение навелось, как и демон. В сущности, что происходит? Берем F7. Может еще кто-нибудь увидит, нет? Хотите? Но я не могу по нему попасть все равно. Thank you.
Все? С твоим кроликом, но да, старый. У тебя кибарит. Давай, да. Hell on the earth.